Shaistaka Mazur Grandmaster Jan Nepomniachtchi, can you tell us where were you when you saw C6? Were you in the break room and what was your reaction? Well, first of all, of course, my reaction was I was a little bit surprised, but then okay, it was like, oh, come on, not again. To say about the game, I think it was very, very comfy edge for the whole game duration, actually until I move C5, because yeah, somehow C6 is never an idea when the knight is on B3. So the knight is, knight goes to c5 if something, yeah, but okay, c5 was sort of a bad luck. I guess maybe I let the major part of my edge to slip away by that moment, yeah, because I thought like this queen e1 is very smart, so this endgame is much better, but maybe it's kind of playable for black already. Going back early on, you walked in with your friend and second, Sergei Karjakin. Mm-hmm. Was that just because your friend wanted to join you, or was it meant to send a message to Magnus in some way? I don't know, one transfer, just why not to join? And finally, today you tried to change everything up. You played C4, as we already said. You brought in a new member of your entourage. You got a haircut. Are there any other changes you can make to get back in this match? Well, no idea, but I think the only change I need is to stop blundering in one move. So, it's hard. Like, it doesn't matter what position I get. I normally, within these games, I wasn't outplayed even for one single time, but I found, you know, I blundered my way to some decisive games. This is no small consolation, but you are winning some fans and how you're comporting yourself off the board. So we thank you again for your time. Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров и Chess.com.ru. Очередной обзор партии на первенство мира. И сегодня мы говорим о 9-й партии, где Ян Непомнящий имел белый цвет. И, безусловно, после выходного дня было крайне интригующе посмотреть, что же Ян приготовил, сможет ли он зацепиться за матч, потому что, по сути дела, для него сегодня был именно последний шанс попытаться вернуться в борьбу. Ну что же, обо всем по порядку и вперед. Ян сегодня начал... У Яна было несколько сегодня интересных нововведений. Он, во-первых, начал пешкой С, начал разыгрывать английское начало. Также он сегодня изменил прическу, но, в общем-то, до какого-то момента все это работало. Итак, Магнус ответил Е6, Ж3, Д5, и получилась такая вот смесь Каталона и Ретти. Магнус избрал очень принципиальный ход Д4, который ведет к достаточно сложной борьбе. Ну и после коня F3, конь C6, рокировка слон C5. Такая достаточно надежная позиция возникает. Часто белые проводят Е3. В этом плане слон C5 стоит очень хорошо. Но последовало неспешное. D3, конь F6, конь D2, опять полезный ход на фланге. И быстро разыгрывали дебютную табе оба соперникам. После хода слон Е7 белые подорвали центр ходом Е3. И после взятия конь G4, важный ход от Магнуса последовал слон c5, рокировка. Возникла первая такая интересная позиция после d4, a4, слон e7, ферзь e7, конь c5. Первая, пожалуй, такая важная критическая точка, от которой зависела дальнейшая вообще борьба, то есть как будет складываться миттельшпиль. У белых появилась первая угроза, это взять пешки на a4. Мы видим, что пешка несколько оторвалась. Однако у черных была идея зацепиться за пешку D, то есть сделать либо ход ладья D8, либо ход E5, в некотором роде цепляясь вот за опору коня C5, за центральную пешку. Но вот последовал ход A3, после которого у белых было несколько интереснейших продолжений. В партии последовал ход БА, но вот если отметить, по сути дела, эту именно позицию, она стала именно второй критической позицией в партии. Здесь у Яна была очень сильная возможность развить серьезнейшую инициативу. И заключался
ключ, как говорится, лежал на поверхности, это был код B4. После чего белые создают достаточно неприятную угрозу захвата, полного захвата как фланга, так и центра. То есть пешка на B4 готова дальше продолжать свое движение в том числе. Ну и, в общем, белые просто красиво располагаются. А в случае взятия на B4 у белых было бы как минимум две возможности. Первая возможность – это ход ладья B1, достаточно конкретный, нападая на коня. И в случае, если конь уходит, то как минимум теряется на B7. И белые владеют серьезнейшей инициативой. Так и при предложении ход B6 последовало бы ладья B4 и ладья B5. И в этом случае можно видеть, что висит пешка на c5, а в случае cd конь d4 начинает висеть как ладья на a8, так и конь на g4. В этом случае у черных большие неприятности. Скажем, после каких-то развивающих ходов типа слона 6, ладья бьет c5, позицию можно оценить как чуть лучше для белых, чуть более простую. Однако, конечно, здесь еще была бы своя борьба. Ну, а вторая опция после взятия на b4, это, не странно, ход h3, и после хода коня в 6 внедрение коня на e5, что, в общем, тоже обеспечивало достаточно интересную компенсацию. Но ни того, ни другого, как я уже отметил, не последовало, и, к сожалению, не последовало. Ян сыграл более осторожно, сыграл b. И после хода ладья d8 мы видим, что пришлось возвращаться на b3, то есть решил Ян укрепиться. Черные вернули коня с g4, чтобы не попадал под темпы всевозможные. И после ладья e1 ферзь бьет a3. Был такой очень важный момент, вот именно здесь, пожалуй, тоже, который отмечали как раз-таки и Александр Грищук, и Даниэль Народицкий, кто вел блестящую трансляцию во время партии. И здесь белыми можно было расположиться чуть более удачно, потому как смотрелось более, скажем, динамично ферзь e2 и после ферзь a3 ладья d1. В этом случае тяжелые фигуры не дублировали бы свои действия. И в то же время поддержка такая достаточно серьезная обеспечивалась всем остальным фигурам. Белых явная такая плюсовая позиция, где черным нужно играть крайне осмотрительно. Вместо этого последовал ход ладья e1, ферзь бьет a3, ферзь e2. И вот мы видим, что несколько корявенько расположились сильнейшие фигуры белых. То есть они занимаются пока одним и тем же действием. Но вполне возможно, что белые пытались как-то перехитрить, может быть, с идеей d5. Последовал ход h6, h4. Это тоже очень размашисто, очень широко. Наверняка у белых еще были возможности для улучшения своей позиции. После слон d7, конь e5, очень конкретный ход, слон e8 и ферзь e3, вот возникла такая вот интереснейшая тоже еще одна критическая позиция. И я могу сказать, что Магнус здорово справлялся со всеми вот этими ситуациями во время партии, и удалось ему нащупать вот именно лучшее продолжение. Итак, значит, он сыграл ферзь b4, держит под контролем как пешку на b7, так и при случае присматривается к пешке на c4. Поэтому Ян сделал ход ладья e на b1. Очевидно, что просто так такие ходы не делаются, и была на то причина. Белые, очевидно, готовили отскок коня с b3, нападая на ферзя b4, и в дальнейшем пытаясь как-то вот фланг зацепить с поддержкой белопольного слона. В целом этот план весьма достаточно конкретный и очень разумный. Итак, поэтому черные решили взять d-e, конь g4. Тут это очень важный момент для черных. То есть, если они уходили бы в пассивную оборону, они держали, вело все это к тяжелой позиции для них. После хода конь g4, ферзь e1, вот этот ход, пожалуй, явился с таким вот самым поверхностным, возможно, решением в этой партии. То есть ферзейщика стоило сохранить, как бы того не хотелось. Возможно, ферзь e2 было более как-то аккуратнее. И после хода h5 уже можно дальше думать о том, как эту конструкцию сбить. После хода ферзь e1, то есть игра начала, как говорят, модно выхолащиваться. И после ладья e1 мы видим, что у черных только одна угроза – это
поимка коня. Естественно, черные осуществляют возвратные действия ходом h5. И мы приходим, по сути дела, к решающей позиции в партии, где Ян ударил на b7, напал на ладью a8, ладья пошла на h4. И черные, в принципе, готовили уже ход c6, который арестовывал бы слона на b7. Но последовал после некоторых раздумий феноменальный совершенно ход, который предопределил исход партии. Произошел невероятный ход c5. Что случилось в этот момент с Яном, сказать сложно. Но после c5 достаточно легко понять, что черный играет c6, этого слона теперь ловит. То есть у слона просто нет ходов назад, он не может вернуться, никто ему не может помочь. Ну а черный в это время готовит просто двойное нападение на него. И надо отметить, что здесь, конечно, я так предполагаю, Ян все понял. Но наверняка можно было еще продолжить игру ходом f3, на конь h6, сыграть, скажем, слон e4. Ну и вот пытаться как-то здесь хитрить в надежде на то, что черные там в какой-то момент все-таки загорятся вот этим вот, загорятся этой идеей, и тогда, возможно, у белых появится, например, после хода ладья c4, ход ладья c1, и появляется идея с захватом пешки c7. Здесь вот очевидно, что у белых определенное преимущество присутствует. Ну, конечно, не в этом суть была, то есть, ну, так надо было все равно ходить, и как бы то ни было, это было правильно. А после хода c5, что произошло в партии, черные сыграли c6, по сути дела, дальше исход был уже ясен. Было очень тяжело и печально смотреть на Яна. Безусловно, он был очень огорчен, но что сделать, таковы правила. Итак, в итоге последовала такая вот комбинация несложная, где черные получили лишнюю фигуру. Ну и в дальнейшем, по сути дела, очень хладнокровно защитились от всего. И в этой партии Ян признал очередное свое поражение. Очень обидное поражение, потому что именно сегодня, именно в этой партии у Яна были все шансы на то, чтобы поставить серьезнейшие проблемы Магнусу. Но Магнус вышел опять сухим из воды и продолжает лидировать достаточно уверенно, плюс 3. Остается несколько партий. Сегодня, завтра у Магнуса белый цвет. И посмотрим, сможет ли он досрочно победить в матче, потому что ему осталось набрать 1,5 очка из 5. То есть ему достаточно совсем чуть-чуть. Но сможет ли Ян вернуться? Главный вопрос. Тем не менее, мы продолжаем в него верить и болеть. Пожелаем ему успеха. Ну, а я вам желаю также доброго здоровья и до новых встреч. Смотрите Chess.com.ru. Пока.